Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Отвержение Саула. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что и до поклонства. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу, Богу твоему». И отвечал Самуил Саулу: «Не врачусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа. И Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажешь ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и вратись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.